Блогеров все-таки привезли на завод и, кажется, заставят работать. В конце апреля я посетила очень интересное место. Комбинат художественных товаров «Виста Артиста». Мы увидели, как делаются различные краски, карандаши, холсты. И самое интересное, нам дали все это протестировать. К сожалению, на самом заводе снимать было нельзя, потому что все это коммерческая тайна. А жаль. Я никогда не задумывалась, как все это производится. Там было столько красок. Хотелось все это утащить. И теперь у меня для вас есть промокод на скидку в Леонардо. Все подробности в закрепленном комментарии.